Всем привет! Не так давно вышло видео о моем, скажем так, новом небольшом проекте показать, как у меня растут орхидеи, пересаженные из мха в кору. И, в общем-то, я считаю, что еще рано снимать следующее видео, делать какие-то выводы, что-то показывать, но люди очень активно спрашивают, поэтому решила, почему бы и нет. Мне не тяжело, людям интересно, почему бы не снять. Итак, вот, собственно, в моем орхидариуме таком небольшом, да, растет вот этот товарищ. Показываю, лист плотный, классный, лаковый. Вот, смотрите, ох, листики стоячие, ничего никуда не падает. Это, чтобы не было сомнений, мой дракон голубой. Так, рядом с ним стоит Модеста на яваннику, которую пересаживала на видео. Листья стали гораздо плотнее. Тоже лаковые. Вот этот вообще прям пластмасса, очень твердый. Так, бирочку сразу показываю. Вот она. Извините, не хочу их сейчас лишний раз доставать, дергать, смотреть, показывать корни. Так, вот они прекрасно растут. Прекрасно себя чувствуют. Прошла неделя с момента съемки того видео, и, как видите, ничего не изменилось, скажем так, особо. Чуть плотнее стали листья, никто не погрустнел. Нижние листья сейчас аккуратненько надо достать. Вот они тоже, они очень тоже плотные, пластиковые, они тоже не погрустнели. Страшного ничего не происходит после такой пересадки. Так, и у нас была Афродита. Также. Нет, не Афродита, интермедия. Я задумала, что это гибрид с Афродитой. Да, вот она. Вот она, это интермедия от Shining. Так. Вот они, прекрасные упругие листья. Видите, плотные, ничто не грустнеет. Вот он, растущий корешок. Все у нее прекрасно, все замечательно. Хорошо живет. Так что вот такие дела. А, повторюсь, рано еще какие-то там выводы, прямо какой-то результат. Прошла всего неделя. Могу показать, что никто не погрустнел. А, что листья плотные. Листья становятся лучше. О, кстати, сейчас встала, увидела, какой новый корешок. А? Еще один растет. Запустила. Супер. И там вон видно... Так, вон над моим ногтиком прорезываются еще новые. Вот так вот получше. Вообще, я думала снимать обзоры этих фаленопсисов раз в месяц. Но раз так часто и много спрашиваю, то вот покажу. Покажу почаще. Вот такие результаты. Всем большое спасибо за просмотр. Это видео, как и все предыдущие, все следующие на эту тему будут в отдельном плейлисте «Жизнь после мха в коре». Заходите, смотрите. Также я выкладываю в Инстаграм и на страничке «Улиточка Searches Garden» потихоньку тоже одних фото и небольшие рассказики. Все это будет идти параллельно. Все это можно посмотреть, почитать, попереписываться. Все в описании. Конечно же, все ссылочки, все это есть, так что смотрите, переходите, пишите, делитесь с друзьями, буду очень рада. Еще раз огромное-огромное спасибо за просмотр, солнечных дней, пышных цветений, пока-пока.